Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом творожного пирога. Яйца взбивают с сахаром до белой пены. Вот до такой консистенции взбиваем яйца. Добавляю кефир, растительное масло. Перемешиваю все миксером. Добавляю муку, разрыхлитель. Перемешиваю на слабой скорости миксера. И наше тесто готово. Вот такое тесто должно получиться. Тесто выкладываю в форму. Форма у меня 27 сантиметров. Хорошенько все разравниваем. Пока тесто убираем в сторонку. Для начинки нам понадобится творог, одно яйцо, 3 столовые ложки сахарной пудры. Хорошенько перемешаю и буду пробивать блендером. Вот такая мелкая масса у нас должна получиться. Перекладываю все в кондитерский мешок. И выкладываю сверху на наше тесто. Пирог такой получается очень вкусным и очень нежным. Обязательно попробуйте. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не потерять вкусные рецепты. Будут еще много интересных рецептов. Вот так вот выглядит пирог. Ставлю в разогретую духовку при 180 градусов на 30-40 минут до готовности. Мой пирог уже готов. Обязательно проверяем готовность. Шпажка должна быть сухой. Снимаем кольцо и даем остыть. По желанию посыпаем сахарной пудрой. Пирог получается очень вкусным и очень нежным и очень воздушным. Нарезаем пирог и подаем к чаю. Посмотрите, какой он в разрезе. Получился очень воздушный и очень вкусный. Можно подавать к столу. Всем приятного аппетита!